В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Здравствуйте! Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия. На прошлом занятии мы остановились на том, что подрезали вот так вот. И на этом остановились. Вот, сказали, что мы вот дорезали до этой линии. До этой линии нам надо было дорезать. Вот мы до нее дорезали. Начало реза у нас отсюда и заканчиваем здесь. Для того, чтобы нам отрезать эту кромку, нам понадобятся ножницы. Ножницы подрезные. Немножечко его вот так вот все подрезали. Обрезки потом будем отдельно складывать. Ну и теперь нам нужно выровнять нашу кромку или отгибку на 35 миллиметров. Это остатки старых пленки. Так, выровняли. Вот такая у нас получается красота. Вот такая у нас получается красота. То есть нам теперь нужно это все проверить, как у нас получается с этой стороны нормально. Сейчас подровняем еще здесь подровняем. Так получается вот так.